Искусствоведы разделяют творчество Пикассо на 10 периодов, в каждом из которых он менял свой почерк и даже стиль живописи. Например, его работы голубого периода выполнены в светло-голубых и темно-синих оттенках, цветах одиночества, печали и тоски. Так художник переживал самоубийство близкого друга. Узнать больше об этом и других периодах творчества великого испанца можно в картинной галерее Гавриила Ващенко. Впервые в Беларуси здесь экспонируется выставка литографии «Пикассо. Параграфы». Более 60 работ собраны из частных коллекций Германии, Бельгии и Франции. Среди них серии «Голубой цвет Барселоны», «Папье-Кале», «Война и мир», «Торрес» и «Торрерос». Отдельный зал посвятили созданию «Герники». А на первом этаже галереи можно познакомиться с работами начинающих творцов, выпускников прошлого года Гомельского художественного колледжа. Богатство цветов, техник, глубокие смыслы, эмоциональные переживания – все это ощущается в картинах и работах дизайнеров. Отражено в них и множество вопросов, волнующих современную творческую молодежь. Также два вернисажа прошло на этой неделе в Гомельском дворцово-парковом ансамбле. Первый посвятили 75-летию художника Владимира Андреянова. Белорусского живописца, графика, скульптора и керамиста можно назвать настоящим универсалом. Он принял участие более чем в 100 выставках, а также украсил своими скульптурами, композициями и вазами улицы Гомеля и Минска. Одну из экспонируемых картин мастер подарил дворцу Румянцевых и Паскевичей к столетию музея. Вторая экспозиция «Родные, а лишь розные». Это семейная выставка четырех авторов, связанных родственными узами. Иван и Кирилл Андрусюки, Надежда и Ольга Барай – два творческих тандема родных людей с разными художественными предпочтениями. Более 60 работ включают графику и современную цифровую живопись, полотна, выполненные маслом и акварелью. При этом художников объединяет не только единство корней, но и любовь к прекрасному и преданность искусству. Выставку картин можно посетить и в областной библиотеке имени Ленина. С мистической эклектикой гомельчан знакомит художник Сергей Коврига. Живописные произведения в стиле фэнтези и композиции в технике трэш-арт раскрывают индивидуальность и креативность автора, объединяя как его инженерное образование, так и страсть к искусству. С культурными событиями региона вас знакомили Анна Корольчук и Павел Антонов. Обзор подготовлен специально для программы «Новости недели».